Замена двух аппаратов лучевой терапии, крайне дорогая, но важная техника для онкологического диспансера. Аукционные процедуры у нас начнутся в январе-феврале 2018 года. И к концу 2018 года мы уже ожидаем обновления двух единиц лучевой терапии. Эти аппараты стоят около 600 миллионов рублей в общей сложности. Кроме того, готовится сейчас конкурсная документация на концессию. Это строительство с вводом в эксплуатацию ПЭТ-КТ, то есть позитронно-эмиссионного томографа, который тоже более качественно будет диагностировать и позволять более четко планировать проведение лечения онкологических серьезных заболеваний. Этот центр мы также планируем, что уже в 2020 году, во второй половине, он будет работать. И этот центр будет уникальный, поскольку на сегодня в Южном федеральном округе такого центра нет. И жители нашего региона, как правило, мы отправляем в Институт Блохина, федеральный центр в город Москва. А ПЭТ-КТ, это объем инвестиций, составит около 2 миллиардов рублей.